Добрый день, друзья! Канал Кубача Official, Кубачинское серебро. Продолжаем знакомить вас с уникальными произведениями легендарных кубачинских мастеров-ювелиров. Сегодня мы вам покажем и расскажем о таком красивом сервизе серия Аризона. Сервиз для виски в основном используется кем-то для бренди. В принципе, можно его использовать и для воды. Объем позволяет. Объем у кувшина, у графина 1,2 литра. В комплекте идет 4 предмета, 2 стакана, поднос и вот такой вот массивный графин. Графин 1,2 литра объемом. В принципе, если использовать для воды, то, как вы уже знаете, в серебряной посуде через 2,5-3 часа вода становится ионизированной. То есть убивается более 600 видов бактерий, микробов. Так называемая живая вода. Поэтому использование этого графина можно и использовать можно не только для крепких напитков, но также и для обычной воды. У графина вот такая вот крышка. Все сделано в одном таком стилистическом рисунке. Такие вот чешуйки. Крышка объемная, как вы видите. Внутренняя часть ее отполирована. Наружная часть вырезана мастером вот такими вот чешуйками. Все это алмазным резцом вырезается. Границы чешуек сделаны в виде чернения. Черный порошок, горячая чернь. Делается для того, чтобы на контрасте вот так вот все это красиво смотрелось. Чернение очень сложная процедура. Дополнительно требует определенных умений, усилий, затрат, времени, мастерства от мастера. Поэтому изделия с чернением, они бывают дороже, чем без чернения. На крышке также не только сверху узор, но также и идет гравировка и чернение по окружности крышки. Оно сюда аккуратно попадает. Значит, вот такой вот графин. Те же самые чешуйки полностью по всему периметру у графина, по всей окружности, вырезаны мастером алмазным резцом. Края рисуночка вот этого вот с чешуйками кантует такая вот волнистая гравировка в виде такой змейки волнистой. Здесь также мы это наблюдаем. Нижняя часть графина украшена вот таким вот чернением в виде колокольчиков. Ну и нижняя часть у него обычная, гладкая. Значит, объем 1,2 литра. Общий вес изделия 1,2 кило, почти килограмм, 200 грамм, если быть точнее, 1 килограмм, 191 грамм. Ну, они варьируются, в принципе, вот в этих пределах кило. От кило 180 до 2,200 и до кило 220. И вот в этих пределах обычно делают. Стаканчики объемом 150-160 миллилитров. Тоже такая же выдержана стилистика, такой же узор. Верхняя часть стаканчика завальцована. Нижняя часть гладкая. Здесь вот стоит два клейма, проба и именинник. На всех изделиях у нас стоит по два клейма. Немножко здесь экранирует наша подсветка. У нас подсветка желто-белая, и поэтому ощущение того, что здесь позолочено изнутри. Позолоты нет, все чистое белое серебро. Немножко вот так вот отсвечивает. Два вот таких стаканчика идут в комплекте. И, конечно же, без подноса это все не было бы так уникально и красиво. Потому что поднос, это, конечно, очень красиво.
Он прям как ковер. Вот такой же везде идет рисунок. Такая вот волнистая форма его округляет. Тот рисунок, который был на графине в виде колокольчиков, он также использован и здесь. Из чернения. Чешуйки плотно-плотно. Каждая чешуйка вырезана. Подносик он с таким углублением. Обратная сторона у него вот так вот зашлифована машинкой. Значит, размеры подноса: длина 28,5 сантиметров, ширина 21,3 сантиметра. Также в этих пределах плюс-минус 0,5 сантиметра такого типа подносы в этих сервизах используются такие размеры. Значит, высота стаканчика 6,2 сантиметра, 6 сантиметров 2 миллиметра. Тоже в этих пределах варьируется, потому что двух одинаковых сервизов не бывает. Каждое изделие уникально, и мастера стараются не делать одинаковые изделия. Да, в принципе, и сложно сделать два одинаковых вот таких уникальных изделия, потому что все равно где-то что-то, какой-то будет узор, какая-то будет гравировка немножко отличаться. Вот, вес никогда не бывает у них одинаковый, потому что невозможно подогнать вес, когда делаешь все вручную из практически цельного куска серебра. Вот это вот все делается вручную мастером. Значит, используется, ну, в основном, конечно, для крепких напитков. Это виски, бренди. Кто-то может для коньяка использовать. Также возможно использовать для воды. Вот, никаких ограничений в этом нет. И моется так же, как вы моете дома обычную посуду. Вот, уход очень любит, значит, серебро за собой уход. Металл, который в отличие от золота, золото инертный металл, не вступает ни с чем в реакцию. Серебро же, оно славится своими бактерицидными свойствами. За счет этого оно вот и вступает в реакцию с окружающим. И поэтому требует за собой ухода. При контакте с кислородом оно окисляется. И немножко может со временем, конечно, с годами темнеть. Но если вы будете его просто правильно за ним ухаживать, это несложно. Моете как обычную посуду. Тем же фейри, хозяйственным мылом, на мягкую губку нанесли, до пенки натерли, смыли под теплой проточной водой. Никогда у вас не будет темнеть серебро. Серебро любит уход. Вот это вот чернение тоже никогда не сойдет. На него бессрочная гарантия. Чернение очень качественное. Вот, поэтому с ним проблем не будет. Также ко всем у нас изделиям, как вы уже знаете, идут вот такие подарочные коробки. Темно-синий бархат снаружи, изнутри обшиты бархатом. Также они иногда бывают у нас бордовые, фиолетовые коробки, редко черные. В основном темно-синий бархат. Почему? Потому что на темно-синем бархате очень красиво смотрится вот так вот серебро, контрастирует. Значит, здесь вот для каждого предмета, для стаканчика, здесь вот такие вот у нас вырезаны борозды. Сюда кладется стаканчик, и он прижимается вот этой вот резинкой. Все, он никуда отсюда не денется. Вот так вот фиксируется вот такими резинками. Также и поднос вот здесь фиксируется. И вы его спокойно можете потом, вот так закрыв за ручку, этот чемоданчик переносить, дарить, поздравлять с юбилеями. Поэтому все предусмотрено. Но мы даем наши фирменные магазинные пакеты ко всем нашим изделиям. Вот, поэтому с переноской проблем у вас не возникнет. Ну, более подробная информация у нас на сайте. Нажимаете на фотографию, открывается карточка товара. Там все характеристики и графина, и подноса. Высота у него, кстати, 23 сантиметра. Довольно высокий графин.
Вот, 875-я проба. Подробные все характеристики, цены, вся информация у нас на сайте. Значит, для тех, кто подписан на наш канал в YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии. В дальнейшем будем знакомить вас регулярно с нашими новинками, с уникальными изделиями. До скорых встреч!